сейчас у нас 3 часа утра. Камера сейчас сядет. Не знаю, как тут снимать, потому что крыша очень низкая. Окей. Это был зум. В общем, так. Я с моим компаньоном. Тигачалом. У нас 3 часа утра. И мы едем в аэропорт Бен-Гурион, потому что мы едем в Мальту и немножко в Сицилию. Сейчас мы пришли в офис моего компаньона. Я вам покажу его офис. Мы навечно малинки, малинки, такие вечеринки, зеленые тропинки, где тихо и свежо. Малинки, малинки, брюнетки и блондинки, девушки и маринки. Эй, дюшбакей, заряжай пластинки! Это такая лекарка. Мы сели чуть-чуть покушать, а это такая лекарка. Мы сели чуть-чуть покушать, потому что на самолете в Мальту очень плохая еда. И в прошлый раз я была... В прошлый раз я была в Мальте в сентябре, и я не делала влоги, но в этот раз я буду во много очень влогов делать, так что сейчас мы кушаем и потом поговорим. Бутерброд с сыром халуми, салатик для компаньона. И морковки сок. Дождик в Израиле. Только позавчера было 34 градуса тепла. А сейчас 10. Дождик. Уже солнце 6:30 почти, 6:15. И мы еще не уехали. Мы уезжаем через 15 минут. Дождик на улице, очень холодно. Очень-очень холодно. И мой компаньон тут рядом со мной. Тагид лаем шалом. Как дела? Он снов, не обращайте внимания. Сверяню пока открыла камеру, пропустила всю красоту. Но мы прилетели. Доброе утро всем. Я немножко разочарована, потому что мой компаньон, он оказался... Ну, вообще-то я знала. Он не оказался, он таким и был всегда. Он старенький дедушка, он. Как дела? И все, что он делает, только спит весь день. А пока что мы идем в казино. Не знаю, что мы будем делать сегодня. Сегодня нету таких планов, но мы спали очень долго, мы встали в 4 часа. И все, что нам остается делать, это пойти гулять чуть-чуть, что-то сделать, покушать 2 раза, и потом пойти рано спать, потому что утром мы уезжаем в Сицилию. Я хочу рассказать вам, что мы тут делаем каждый раз. Потому что мой компаньон, у него есть что-то, что называется Poker Travel. И для этого мы сюда приходим и берем людей и везем их, чтобы они играли тут в казино. А мы пока что идем и кушаем в ресторанах. Шутка. Потом объясню. Находимся в казино. Тут нельзя снимать на камеру. Но я всегда это делаю. Мы пьем капучино. Ями. А потом идем кушать. В конце завтра мы идем в Сицилию, потому что мой старенький компаньон проспал и не заказал нам. Но мы пойдем туда в воскресенье. Здесь, если нет, то я его убью. Вы не слышали это из моего отца. Мы тут просто так пришли, но тут есть кто-то, что делает шпагат. Харго кафе! Мы идем кушать. Мы в Hard Rock кафе, мы кушаем быстро, потому что мы идем смотреть фильм. Знаете, как называется Cinema City? Cinema City. Как называется там, где смотрят эти фильмы? Эден! Ее зовут Эден. И мы сейчас кушаем быстро. Fish and chips, брускетов на первое и пепси. Фаида, шримс,
и курица. Курица, да. Это мексиканская такая штучка. Это для меня этот вид. Мы закончили кушать. Было очень вкусно, но это была самая быстрая еда в моей жизни, потому что я люблю кушать час с половиной. Мне надо очень-очень медленно кушать, потому что по-другому я не умею. И сейчас я съела за 15 минут очень много. И я хочу вам сказать, что фаита это мой первый раз был. И фаита это самая вкусная вещь в мире. И шримс вместе с курицей это обалденное сочетание. Сейчас мы идем смотреть фильм. Называется «Раннер-раннер». Хорошо. Извините, я ничего не вижу. Как прикольно. Конечно же, мы опоздали на фильм на 15 минут, но угадайте что? Мы сами тут, одни. Тут никого нету. Только мы. Все, поговорим после фильма. Сейчас уйди. В общем, так. Сейчас перемена. И я узнала, что такое раннер-раннер, потому что мой компаньон уж... Да. Он, у него бизнес связан в казино. И поэтому он привел меня на этот фильм. Почему? Потому что этот фильм про казино. Потому что раннер-раннер — это такая штучка... казино в покере, и это называется, когда у тебя удача за удачей за удачей. Прям как у меня. Кен. Вот это все, что мы делаем в Мальте. Спим, кушаем и играем. Та-дам! Весь этот день пришел к концу. Мы идем спать, но не перед тем, как мы выпили воду. И завтра утром встанем, пойдем в Валетта, такой город. Не знаю, что еще будем делать. Но пожелаем вам спокойной ночи и спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной в Мальте.